Какое нужно удобрение для орхидеи и как вносить? Орхидея – это изысканный и очень привередливый цветок. Подкормка растения питательными веществами обязательно в домашних условиях. Фаленопсис сажает в готовую почву из сосновой коры, лишая ее самых важных микроэлементов. В естественной среде орхидея питается дождем, росой и туманом. Чтобы стебли и цветки были здоровыми, необходимо периодически использовать удобрения для орхидеи. В каких элементах нуждается орхидея? Перед выбором подкормки для цветка необходимо разобраться, в каких полезных веществах она нуждается. Азот позволяет быстрее наращивать зелень из-за ускорения процесса фотосинтеза. Без этого элемента стебель начинает ломаться, листва опадать, снижается скорость роста растения. Калий. Вещество способствует более быстрому развитию цветочных почек. Иммунитет орхидеи постепенно укрепится из-за усиленного углеводного обмена. При недостатке калия соцветие отличается небольшим размером и хрупкостью, полив удобрением растения фосфор. Химический элемент помогает укрепить корневую систему растения, активизирует процесс цветения. Его нехватка негативно сказывается на развитии орхидеи, бор и магний. Эти два вещества обеспечивают полное усвоение азота, фосфора и калия. При недостатке элементов бутоны засохнут еще до раскрытия, вегетация замедлится и время цветения уменьшится, сера и железо. Если цветок недополучает эти вещества, то процесс фотосинтеза полностью нарушается. Происходит образование хлороза, листья начинают опадать, а растение желтеть. В состав подкормки орхидей входят и другие полезные компоненты, но основными из них являются калий, фосфор и азот. В зависимости от возникшей проблемы можно менять соотношение этих веществ. Важно! Недостаток удобрений для цветка опасен, как их избыток. Чтобы растение не погибло, необходимо внимательно подбирать дозировку у микроэлементов. Общее правило внесения удобрений. Существует два основные типа подкормки – корневая и внекорневая. Особенности каждого вида – корневая. Подкормка для орхидеи применяется лишь для здоровых растений. Сначала требуется увлажнить грунт водой, после чего препарат, приобретенный заранее, стоит развести. Все пропорции указаны в инструкции. Процедура проводится при комнатной температуре. В емкость с удобрением помещается горшок с орхидеей на 20 минут. Цветок можно полить сверху этим раствором. По истечении этого времени вазон требуется вынуть, лучше подождать, пока стечет лишняя жидкость. Садоводы рекомендуют проводить подкормку утром, когда растение максимально впитывает все полезные компоненты, внекорневая. Данный вид используется при наличии заболеваний, которые затрагивают корень растения, и хлорозе во время активного роста. Удобрить лучше утром, чтобы избежать попадания активного солнца на цветок. Приготовленным раствором необходимо опрыскать листву с двух сторон и видимую часть корневища. Препарат не должен попасть на бутоны и соцветия, но если это уже случилось, то растение следует просушить. Обратите внимание, чтобы выбрать подходящий вид подкормки, стоит рассмотреть орхидею, оценить ее состояние и наличие болезней. Корневая подкормка цветка, удобрения и подкормка для роста. Существует более 30 тысяч видов орхидей. Некоторые уникальные растения нуждаются в специальном наборе питательных компонентов. Ниже рассмотрено, какие полезные удобрения можно приобрести для самого популярного вида – фаленопсис. Чем подкормить орхидею – Бонафорти. Концентрированный препарат в жидком виде отличается высокой эффективностью и низкой стоимостью. В состав раствора входят азот, фосфор, калий и железо, бор, молибден, кобальт, цинк, марганец, медь. Все компоненты представлены в хелатной форме. Дополнительно подкормка содержит витамины ФЦРР. Янтарная кислота используется как натуральный ускоритель роста Green World. Средство предназначено специально для голубых или других цветов фаленопсиса, часто используется в качестве удобрения Uniflora Button Ketira Lux. Универсальные и недорогие препараты, которые применяются для орхидеи и других домашних растений, Хеси. Состав препарата адаптирован под потребности цветка. Содержит витамины, микро- и макроэлементы, усилители цветения и роста, аминокислоты, растительные ферменты, агриколь. Удобрение ускоряет развитие и рост растения, цветки обретают более яркий окрас. Агрикола для орхидеи продается в виде геля, позволяя легко растворять в воде и дозировать, доктор Фоли. Препарат подходит для внекорневой подкормки. Содержит кислоты, витамины и комплекс необходимых микроэлементов. Отлично подходит для орошения зеленой части растения покон.
Удобрение для орхидей Пакун голландского производства отличается высокой эффективностью. Средство изготовлено, исходя из особенностей строения и цветения орхидей Брексил Комби и Фаска. Комплекс питательных микроэлементов, необходимых для красивых и здоровых цветков. Опрыскивать цветок из пульверизатора рекомендуется раз в 3 недели. В составе имеются витамины калий, фосфор, азот. Польское удобрение Агриколь. Некоторые цветоводы знают, чем удобрять орхидею дома. Но такой способ подкормки орхидей как народное средство сложно дозировать по сравнению с покупными препаратами из магазина. Чем им как часто подкармливать для цветения? Удобрения должны соответствовать нескольким критериям. Уровень кислотности составляет 5-7 РН. В состав входят компоненты для предотвращения отложений соли и элементы хелатной формы, небольшая концентрация веществ в сравнении с подкормкой для других растений содержат витамины и аминокислоты, помогающие усваивать полезные компоненты и укрепить иммунную систему цветка. Обратите внимание, садоводы предпочитают использовать минеральные удобрения, потому что в органических средствах часто преобладают азотистые соединения. После покупки растения возникает вопрос, чем подкормить новую орхидею в домашних условиях и как часто это делать. Здесь главное не переусердствовать. Растворы не используются в период покоя при наличии болезни или если после пересадки прошло меньше месяца. При появлении второго листа на стебле необходимо внести подкормку, которая поможет сформировать здоровое растение. Во время активного роста удобрения не применяют раз в 2 недели. Весной процедура проводится 2 раза в месяц. Период покоя зимой становится перерывом. При появлении нового листа или деток снова возвращается к удобрению. Цветение орхидеи при правильном уходе, ошибки при внесении удобрений и их последствия. Владельцы цветка часто сразу после покупки начинают подкармливать орхидею. Но они не учитывают ее вид и необходимые ей питательные вещества. В каких случаях нельзя удобрять растение, чтобы оно не погибло, сразу после покупки в магазине запрещено пересаживать и подкармливать орхидею. Субстрат не нужно менять следующие 2-3 года, даже если корни полностью не помещаются в горшке при наличии цветков на стеблях удобрения. Способно спровоцировать их быстрое отмирание, включая бутоны. Растения получают полноценный уход и обильный полив в теплицах до того, как попадут на прилавки магазинов, подкормку не вносят больным, ослабленным и недавно пересаженным орхидеям. Для их укрепления предназначены препараты для роста и восстановления. Важно, не рекомендуется подпитывать растение во время отдыха, пока оно не начало цвести, потому что его нельзя тревожить в стадии покоя. Народные методы удобрения. Дома подручные средства пользуются не меньшей популярностью при уходе за орхидеей. Вот несколько способов приготовления подкормки кожура банана. Для роста цветка во фрукте содержится много питательных веществ. Кожуру одного банана требуется высушить, нарезать на мелкие кусочки, залить 1 литр теплой воды и отставить на 48 часов. Перед применением раствор разбавляют с водой пропорции 1:2 и фильтруют глюкоза. Удобрение помогает растениям, у которых повреждена корневая система из-за нехватки полива. В 1000 мл теплой воды необходимо растворить 1 таблетку глюкозы и 1 час. Ложку сахара. Раствор используется для протирки листьев и компрессов, но не для орошения. Это позволит избежать попадания сладости на основание листков, корень папоротника. Для этого метода подойдет обычный папоротник. Измельченное растение следует смешать с корой в одинаковом соотношении. При нехватке корней из него делают отвар, который разбавляют с водой до образования светлого коричневого оттенка, отвар луковой шелухи. Раствор богат витаминами и микроэлементами. С луковицы среднего размера следует снять шелуху, отварить ее на протяжении 10 минут и отставить. Когда отвар обретет темно-коричневый оттенок, его нужно разбавить до белесого цвета и поливать им вазоны. Для фаленопсиса это полноценная подкормка. Средства готовят перед самим использованием. К сведению, дополнительно можно применять чеснок, перекись водорода, золу, дрожжи, аспирин, но под пристальным вниманием садовода во избежание плачевных последствий. Луковая шелуха прекрасно действует на рост и развитие цветка, и независимо от выбранного вида домашнего удобрения стоит придерживаться таких правил, чтобы избежать ожога. Раствор наносится на мокрую корневую систему, вода используется комнатной температуры, отстоянная. Средство разводят в небольшом соотношении.
Важно! Перед первым применением подручный раствор наносится на один листок, чтобы вовремя увидеть вред от неправильно подобранной пропорции. Орхидея – это красивый и дорогостоящий цветок, который подойдет в качестве подарка дорогому человеку. При покупке в свой дом стоит позаботиться о правильном уходе, пересадке и подкормке. Качественное удобрение поможет растению зацвести большими и красивыми соцветиями на упругих стеблях.